как стать человеком высокодуховным. Есть два принципа. Верьте словами «скоро у меня будет все хорошо» и восхищайтесь. Всем восхищайтесь. Ой, как красиво, ой, как хорошо, ой, как приятно, ой, как вкусно, какая ты красивая, какая ты хорошая и так далее. Старайтесь вот так быть. Конкуренция в этом мире — это физическая конкуренция. Я рекомендую вам выбрать другой путь, это путь духовной конкуренции.